Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, когда волшебство уже новогодних дней немного позади, мы дарим вам и нам, уважаемые гости, возможность с помощью чудесной музыки окунуться в теплую атмосферу предстоящего праздника Рождества Христова, ощутить всю благодать и радость событий, связанных с этим удивительным днем. В высоком светлом небе торжество, души нетленной к праведной дороге. Прах обратятся лишние тревоги, останется лишь вечность, Рождество. А сейчас позвольте вам представить наших гостей. Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, проходивших и в городе Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Вене. Это вокально-хоровой коллектив «Огни Парфена». Образовался 4 года назад при храме святых Константина и Елены на улице Доблести на базе любительского и профессиональных хоров по благословению настоятеля храма протоиерея Михаила Брагермана. И, собственно, предлагаю слово. Дорогие друзья, с наступившим новолетием, с наступающим Христовым Рождеством. 2000 лет назад Бог посетил этот мир и, более того, его не покинул. Родившись младенцем, Господь осветил собой и материнство, и младенчество, а потом он вырос, сошел на крест, умер на кресте и победил смерть в воскресенье. А в день Вознесения вознес нашу человеческую природу, посвятая святых, посадив отесную Бога и Отца в духовный мир, в духовное небо. Но перед этим Господь нам сказал: «Я с вами все дни до скончания века», потому что в Духе Святом Господь действительно пребывает в этом мире, пребывает с нами, и мы продолжаем уже 2000 лет праздновать то, что Бог пришел к нам, даровал нам свет, даровал нам любовь, даровал нам жизнь вечную. Сегодня для вас церковный хор «Агни Парфена», это греческое словосочетание, означает «Дева чистая», так назван известный гимн в честь Пресвятой Девы Марии Богородицы. Так назван наш церковный певческий коллектив. И Дева Мария и привела в наш мир Богомладенца Христа Спасителя. И о Христовом Рождестве сегодняшние песнопения. Песнопения в первую очередь церковные. А где быть церковному хору, как не библиотеки, потому что Библия – это свод наших основных книг. Поэтому как прекрасно, что библиотеки, где собраны книги, добрые, умные, хорошие, выступает еще и творческий церковный коллектив, где еще выступает с песнями, посвященными светлому, радостному празднику встречи Бога, который приходит в мир, нас ради человека и нашего ради спасения. Наши аплодисменты. Музыка Раймонда Пауса, слова Райниса. Добрая зима. Снежные тени, чтоб нас упустить.
сердце бронится сам, и боль ты растаешь веселой весною. Вернись к нам, вернись к нам, вернись к нам. Ждут дети встречи с тобою. Следующий номер – это «Гаудете», в переводе с латинского «Радуйтесь». Капелла, без сопровождения. Гаудете, гаудете, Христос Эснатус, Экс Мария Виргине, гаудете. Радуйтесь, радуйтесь, Христос родился от Марии Девы. Tempus fades gratiae, hospus nabdabamus, carmina litizie, Deo terem damus. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria Virgine, gaudete. Radujtes, radujtes, Christus rodilse, ad Maria. Deus homus quantus est, naturam errante, mandus renovatus est, a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Radujtes, radujtes, Christus rodilse, ad Marii Devy. Родился. Следующий музыкальный номер – это «Колядка. Воссияло солнышко». Воссияло солнышко в яслях на сене, народился Божий Сын миру во спасенье. Ночью студеной взят нетрожденный царь, царь Евсея, вселенной. Славят Бога на небе ангельские хоры, прославляет вся земля и леса, и горы. Славе Дуброва, Бога живого, во царение Христово. Злые духи жалобно плачутся в пустыне. Человеки Рождеству радуются ныне. Царь возорился, Бог народился, во спасенье нам явился. Ты, Мария, Матушка, радости причина, попроси у Господа, вымоли у Сына в жизни подмогу. Рай нам дорогу, будем петь мы, слава Богу. Браво. Следующий музыкальный номер о Богородице, гимн Богородице, слова святителя Нектария Игинского. Огни Парфена. Огни Парфена Деспина, Акранде Теотопе, Эремите Анимфете, Мария Дева Чистая, Пресвятая Богородица.
следующий наш номер. Музыка Матвиенко, слова Шаганова. «Многие лета русской земли». Леса на опушке,
собой катушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, ковала серебро, сажала долгий месяц хрустальное ведро, деревьям шубы шила, дарила сонный путь, а после в лес спешила, чтобы в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, слова канта 18 века в обработке Михаила Малевича. Новый год бежит. Рождественских песен. Слова Шевчука, музыка Зарицкой. Рождественская песня. Забудем злое, час пробьем.
шкафах крыши будет тише мыши Новый год. Динь-динь-дон, бьют часы на башне, динь-динь-дон, белый год вчерашний, ноги ли мышиной, храм или старинном, и в дремучей чаще вспомненной почаще начнется, ада начнется сказочный мир. Оживают тени, зазевают тени, праздничный пир. Вьюга за окошком, подожди немножко, сядем на дорожку, старый год. Старый год присядет, веточку пригладит и вздохнет. Динь-динь-дон, бьют часы на башне, где ты вот вчерашний, ноги ли мышиной, храм или старинном, и дремучий чаще с павлиной почаще нас. Вечер, за создание рождественского настроения и ожидание чуда. Спасибо! Поаплодируйте! Ансамбль «Огни Парфены» не прощается с вами, а говорит вам до новых встреч!